Яванес – яванская кошка, порода кошек. Яванес по своему виду сопоставим с ориенталом, только отличается длиной шерстью и более пушистым хвостом. Порода яванская кошка характеризуется длинными и сужающими линиями, тонкостью и мускулистостью, длиной головы, ушами, телом и конечностями. Шерсть кошки тонкая, шелковистая, струящаяся, легкая, без подшерсти, кажется короткая, лишь шикарный плюмаж хвоста и маленькие по своему виду фестоны на задних ногах показывают, что яванес относится к длинношерстным породам. Более длинная шерсть придает контурам тела кошки мягкость. Длинношерстные детеныши, которые иногда появлялись в пометах ориенталов, в итоге получили статус породы. Название она получила в честь юго-восточного острова Азии Ява, поэтому яванская кошка является полудлинношерстной разновидностью ориентала. Различные объединения любителей кошки яванес подразумевают вид под другими породами восточных кошек. Допустим, в европейских организациях WCFE5 это полудлинношерстный ориентал с различными гаммами окрасов. Американское объединение CFA и CFF считают яванскую кошку балинезом, обладающей нетрадиционной окраской. А питомцы ориенталом окраски получили название ориентальной длинношерстной. Сюда входят и животные с белым цветом для тиса. В организации GCCF ориентальные длинношерстные породы называются ангрой и на сегодняшний день являются признанными для чемпионата. В России и странах СНГ фенологические организации разводят яванес для всех видов окрасок ориентальной короткошерстной.